Итоги дня от живой Кубани. Сегодня день памяти и скорби. 80 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Защищать родину ушли на фронт 600 тысяч жителей Кубани. 470 тысяч домой не вернулись. В Краснодаре и окрестностях снова пыльно. Это часть полевой бури из соседнего Ставрополья, говорят эксперты. Дышать таким воздухом вредно. Лучше находиться в помещениях, а на улицах использовать маски. В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. В первую очередь привьют работников торговли, общепита, банков, учителей, врачей и госслужащих. В Армавире подростки устроили прыжки с моста в реку. Высота 4 метра. Прохожие даже не попытались предостеречь подростков, а половина комментаторов в соцсетях уверены, что в опасной затее нет ничего плохого. Индийский штамм коронавируса добрался и до Кубани. В регионе уже выявили случаи заболевания этим опасным типом инфекции. От одного больного заражается до 10 человек. В Новороссийске волонтеры спасли дельфинов. Три офалины запутались в сетях. Своими силами выбраться не удавалось. Люди выпустили обессиленных животных в открытое море. Все подробности на «Живой Кубани» мы следим за развитием событий.